Рассмотрим подробнее дополнительные сервисы, предоставляемые компанией Google. Что у нас используется? Ну, во-первых, используется с недавнего времени на нашем домене Google Plus, мощная социальная сеть, которая резко вступила в борьбу с такими социальными сетями, как Facebook. Используется Voice, который не только для общения в чате, но и для видеовстреч на Google Plus. Конечно, используется переводчик Google, конечно, используется браузер Google Chrome, блогер, используются карты, используется код и скрипты для составления разработки API, необходимого нам.